Экскурсию ведет Наталья Евтеева. 23 года она работает в центре, где обучает, социализирует людей с особенностями. Сегодня в этом здании площадью почти 2500 квадратов работают разные мастерские и даже открытая телестудия. Вот Катюша сегодня утром подошла, она у нас будущий журналист особенный. После встречи можно у вас пару вопросов возьмет? Вы не против? Все, Катюша, готовься. Твоя мечта исполнилась. За 20 лет инициативные родители преобразили здание, которое досталось им в запущенном состоянии. На его базе молодые люди не только получают бытовые навыки, но и осваивают ремесло, которое может приносить доход. Николь, она занимается изготовлением сувениров. Это нам фото передала Край рыбак колхоз «Союз». Ольга Николаевна, сверх такие сувениры, да, которые есть. Да передали? Да. Вот хотите, вам сошлю? Конечно, хочу. Глава региона Дмитрий Демешин предложил продумать вопрос о проведении аукционов по продаже картин и изделий, созданных руками ребят, и сделать такие мероприятия регулярными. Мастерское растениеводство. Они готовят к высадке, к продаже растений нашим простым жителям. Тоже это наше такое социальное предпринимательство. В Хабаровском крае проживает 65 тысяч человек с ограниченными возможностями. Из них 23 тысячи – молодые люди. Для их трудоустройства в 2024 году выделено около 4500 рабочих мест, и более 1000 из них вакантные. При этом не все предприятия готовы взять на работу людей с особенностями. С каждым нужно все-таки найти место и из бизнеса, да и не только крупный бизнес, и малый бизнес. Смотрите, да они делают, они усерднее, чем ряд людей здоровых. Поэтому сейчас людей-то не хватает. Дмитрий Демешин поручил Комитету по труду и занятости населения Хабаровского края организовать встречу с потенциальными работодателями. Это позволит в рамках программы «Доступный труд» до 2026 года трудоустроить еще 1000 людей с инвалидностью. Виктория Барсукова для «Большого города».